столице продолжается начатый еще в апреле ямочный ремонт дорог. Планы на этот год большие. Переменчивая зима добавила забот. Многие дороги здорово разбиты. Адреса будущих ремонтных работ известны. Социальные сети полны удручающих фотографий с мест, присланных раздраженными водителями. Одно из таких – проспект Ивана Яковлева. Движение здесь достаточно интенсивное, а ям немало. Обновление дорожного полотна уже начато. Асфальт на этой улице укладывают по технологии пневмонабрызга. Сначала срезают верхний слой бетона, затем очищают основание от пыли и грязи. А после формируют верхний слой асфальтобетона при помощи укладчика. Так, участок дороги под железнодорожным переездом уже отремонтирован. Закончить работы планируется через неделю. Следующий на очереди – Марпасадское шоссе. В целом на обоих участках планируется улучшить 2500 квадратных метров дорожного покрытия.